Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 22-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Реагент», часть первая, забрав папку из вагона на таможне, пометил там же технику по квесту «Сафари на тигра» для миротворца, закрыл квест «Путь охотника трофей», убив Решалу и забрав его ТТ, и закрыл «Каратель», часть вторая, для прапора на берегу, достреляв диких. Выпуск поддержали финансово Лабра Гибра, Илья Лето, Никто, Олд Стрит, Александр, Двоемер, Виктор, Лирик, Колясик, Аноним, Роман, Прохожий, Санитар, Никита, Хромой, Скептик и Макс. Ребятки, спасибо вам огромное за такую поддержку, прям красавчики, будьте здоровы. Привет, Санкт-Петербург, я в армажике для диких брал, но быстро понял, что это была не очень идея. Стрим в ближайшее время не планирую, не хочу я стримить, я не люблю это дело, честно говоря. Привет, Москва. Макс, только рад стараться, это вам огромное спасибо за неоднократную, весьма щедрую поддержку. 8 числа был день рождения сына, 9 у меня, поэтому выпуск не своевременно выпускаю. Отдельно спасибо за поздравления. Всем приятного просмотра. Прапор принес мне часть страховки, а дарь мой пой вообще полностью раздербанили. Начинаем денек с хороших новостей, закрываем скорую помощь за счет дефибриллятора, который я ставил на варку в конце предыдущего выпуска. Сумка-трансформер нужна и спортивная сумка. Если это добро мы найдем на диких сегодня, то сдадим по дейли квесту для барахольщика. Егерь включился, смотри, он даже дейлики странные выдает. Надо устранить диких, используя ППШ, пистолет-пулемет, восьмерых диких, говорит, настрелять. Квестов за дикими у меня... У меня куча целая, на таможне пятерых диких надо по бомжу с Полихима еще добить и каратель часть третья, но здесь я не смогу использовать ППШ, потому что по условиям надо с Ксюхой ходить. Беру с собой АКС-74У, немного его модифицировал, тут никаких изысков, все довольно простенькое. По карману бьет, короче, такая Ксюха не сильно. И в подсумок кладу не ЦМС, а Сюрф, большой хирургический набор. ЦМС не лечит переломы, а Сюрфу это по зубам. Плюс Сюрф, он дает больше очков здоровья после восстановления какой-то конечности или части тела. Так что нам он подходит больше. За ЧВК на таможню в 14 часов будем страховать Ксюху. К Жельку застрахую, на случай, если ее выбьют, я ее просто выброшу в куст, даже не посмотрю на то, что я буду ходить без брони. Значит, цель рейда это просто дикие. Мне нужно 25 диких настрелять, и конкретно с этой волыны. Ох, блин, ну и спаун, конечно, у меня. И не туды, и не сюды. Окей. Наверное, имеет смысл все-таки ночью загружаться сюда на таможню. Честно говоря, купить какой-нибудь прибор ночного видения и запуститься с ним. И народу в плане ЧВК поменьше, и диких, значит, будет больше. Вот заспавнила я теперь ИВС, РФ там непонятно что, и тут пусто. Хотя тут можно было бы пятачок диких как раз и настрелять для бомжа. Полихима. Попал, не попал. Попал, получается. Так, один есть. Осталось 24. Куда-нибудь здесь? Это там какая-то возня. Пойдем посмотрим. Короче, заправка. Заводская территория.
примерно в том, наверное, направлении буду тусоваться. Чтобы и до выхода, если им что, недалеко было. Ух ты. А, это... Готов. Еще один. А лыжная шмаска есть у меня? Нет, не помню. Заправку. Я хочу все этот ключик найти от МЧС. Он бы мне большую службу сослужил. Во-первых, квесты. Блин, нету ключа. Во-вторых, точка интереса хорошая. Сейф глянем. Фигня, наверное, что-то стоит. Хотя фиг его знает. Опачки. Здрасте, Настя. Видеокарта. Ну все, я пошел домой. Видеокарта, это тебе не то. А как мне выйти-то по-хорошему теперь? Думай, Диса. Придумывай безопасную тропинку. Стреляли там, но это этот снайпер стрелял. И стреляли с этой стороны скал. А пока буду думать сейчас. Блин, есть короткий, но опасный опять путь. Есть долгий, но более безопасный, я так думаю. Какое из меньших зол вы выбираете? Ладно, вам же нравится, когда я отъезжаю люто. Ловите зрелище. Идущие на смерть приветствуют тебя. Кто-то замучил тут дикого просто. Просто замучил. Можно было попробовать на 12-й, но я не знал наверняка, работает ли он или нет. Проверить никак, ё-моё. Интересно, девки пляшут. Они на ту сторону перебежали, которые тут стреляли, которых я слышал. Так что я думаю, выход безопасный сейчас. Ладно, не буду я ничего лутать. Соблазн
имеется. Ну, видеокарта с галочкой в кармане. Большего стоит, я думаю. Двоих диких я застрелил, да и время уже нормально так прошло, так что пробежки, я уверен, что не будет. Видеокарту нашел на заправке, прикинь. Нормально. Квест у нас называется «Садоводство», часть четвертая. Одну из видеокарт я уже передавал до этого. Это вторая, и третью я получу в награду за выполнение одного из квестов. Все, я поел, попил, вытряхнул то, что... вот еще ежедневник и доляры надо будет вытряхнуть. 220-я комната, я вообще забыл про то, что мне в общагу надо идти в 220-ю. Пойдем за ЧВК на таможню, и я предлагаю в 4 утра пойти. Да, рано, да, темновато, но у меня есть фонарик, если что, и будет светлее и светлее на карте. Так что шансов на стрелять диких за один рейд прибавится. Ну, либо можно будет спокойно тогда зайти в общежитие, хотя мне спокойно общежитие не особо-то интересно, да? Или можно будет зайти в трехэтажку общаги, 220-ю комнату, взять то, что мне полагается там по квесту, и просто уехать на машине. Тоже как вариант. Во как. Ого. Это что за... Светотень, мать ее. Вам такое не нравится? А что, если сюда переставить? О, вот так адекватно светит. Зашибись. Так, что нам нужно? Общежитие и дикие попутно. Пойдем в сторону, наверное... Или через ВСРФ. Нет, сначала здесь, наверное, диких посмотрю. Меня же в первую очередь дикие интересуют так-то. На территории таможни самое непосредственно. Палево, конечно, с фонариком бегать. Блин, или наверх забежать. Ух, это Диса. Флешки хочет найти еще. Или видеокарту хочет найти. Как пить дать. Так. Здрасте. Нашел рубли и доляры. Разведки нет. Еще в компьютерах же может быть добришка. А может и не быть. Вот рот надо выпить. Я его взял специально в рейд. А значит, пойдем через ВСРФ, через стройку и в сторону общежитий. Такое ощущение, что слева кто-то тут ходит. Ну. Что ты там рассказываешь? Ничего не услышал. Что-то хотел сказать, походу. Но я ничего не понял. Видимо, квест какой-то делал. Так надо было не красться, братишка, а пытаться говорить со мной. Если
чтобы он заранее меня предупредил. Просто я вышел, смотрю, там кто-то сидит уже. Пошли на ВСРФ. Там будем зачищать диких. Смотреть. Есть дикие. Вообще ночью ходить не только за дикими удобно, но и за лутом в том числе. Один. Ну вот, еще двоих диких. И бомж с полихима у нас в кармане. Получается. Наверное, я позаимствую твою разгрузку, братулец. Надо было мне еще и этот глушитель взять. Что-то я не подумал про этот момент, взял пламегаз. Вроде не торопился, спокойно собирался, не спеша. Что-то кипиш какой-то вечно. Спящего глянем. Пойдет. Папаху нашел. Так, тогда настройку. В медблок я заходить не буду. Настройку заглянем. Там диких посмотрим. На этом. Блокпост снайперов. Вообще тут полно должно быть диких. Обычно их тут спасу нет от них. И вдруг тишина. А, во. Это, по-моему, не дикие вообще. А это не дикие вообще. ЧВК, прикинь. Висек. Я за дикими вышел, пацаны, чё за фигня? Наверное, все так начинают думать, как я. В определенный момент. Интересно. Вот почему диких-то нет. Где он? Потому что тут спортсмены ходят. Пески, гвозди. Зачем вышел, вообще непонятно. Тоже, скорее всего, квест. Другого объяснения у меня нет. Я не знаю, что можно делать с таким снаряжением. Точнее, с его отсутствием. Даже мешка нет. О, а вот это наши клиенты. Это дикие. Ну, наконец-то. Да вот он! Давай, давай. Сука ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь. We are coming, do you understand me? Дохни на тв...
piece of shit. Иду на вы. Ура! Бомж с полихима готов. Аля. Там, по-моему, кто-то... Ой, мамочки. Пушку испугался. Я послышал, что кто-то идет сзади там. О, вот эти штуки мне нужны. Пару штук. Осматривать буду все тела. Стараться по возможности. Дабы прокачивалась у меня там харизма, шнаризма, вот эти вот все вещи. Прицельчики я люблю. Так, ну вот, уже более-менее светло, да? Уже кое-что видно. И вот сюда присобачить, кстати. Навернем ход рода за ваше здоровье, уважаемые смотрящие. О, как по нему попадать-то? Да неужели? Всю округу на уши поставил. Ну, естественно, с такой волыны на такой дистанции. О, патроны кончаются. Понял. Блин, я по... Хотел еще кое-что посмотреть. Ладно, бог с ним. Вон он, сука! Капец живучий. Или я косой. Давай, мочи! Не, я косой, значит. Но я от неожиданности зажал, ладно. Так, патроны подъехали. ПС-ки, скорее всего, но ничего. Тебе это мне, это тебе это мне. Как в детстве прям. Поделили по-братски. АЗС склад. Отлично. У меня не было этого ключика. Ну вот, пару ЧВК. И все. Вот где ЧВК, там диких нет. Классно. И наоборот. О, трансформер. Она же мне нужна, да? По дейлику. Сумка-трансформер. Желтый этот самый горит. Вот так, вот так. Так, эй, вот так. Сумка-трансформер, и еще там что-то надо было, я уже забыл, если честно.
Пойдем в общежитие заглянем. Если Тарков позволит, то я сейчас еще квест закрою. С 220-й комнатой. Сразу в трешку двину. Что там, пацаны? Это дикий, скорее всего. Точно. Так, что я хотел тут глянуть еще помимо того, зачем я пришел? Еще я хотел глянуть куртки. Я все надеюсь найти ключ от меченки. От общак местных. О, какой-то другой ключ нашел. Так, доляры сунды. РБВО. Резервная база меченка какая-то. Но это не то, что я хотел. Ну раз тут дикий разгуливал, значит, тут никого. Давай быстренько пошаримся, что пока есть такая возможность, да? Что каждый день есть пустые общаги, что ли? Вот тебе санаторий, западка, 112. У меня такой есть ключ, но ничего. Мы его продать сможем. Опачки, вот это. Так, а что скинуть можно? Что-то дешевое. Завод дорогой, 114-я, времянка. Общага 204. Блин, все ключи хорошие. 105-я дешевая, проходная дешевая. Ну вот, видишь, как хорошо. Очень даже хорошо. DVD-привод не нужен. Глянем, точило есть, нет? Есть точило. Зашибись. Значит, на ней мы и уедем. Ух ты. Ну, на третий я уже не пойду. Есть уже что вынести, плюс сейчас квестовые предметы заберем. Так, здесь где-то конверт, вот он.
Письмо. И флешка в ноутбуке. Она самая. Годится. Все. Я поехал, пацаны. Уже солнышко встало. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Хороший рейд получился. И диких постреляли, и ЧВК парочку подстрелили. Еще и квест сделаем сейчас. И есть очень хорошая новость. Есек, которого я застрелил возле тигра, он был, оказывается, под эффектом ослепления. Все-таки слепу я кинул довольно ровно, и ему она прилетела примерно в глаза. Так что один из двух ЧВК, находящихся под эффектом ослепления, мною убитые. Путь охотника-контролер продвинулся. Бомж с Парихима закрываем, убили диких на таможне 25 из 25. Подвозит квест-поставщик, по которому мне нужно передавать ОФЗ, один имеется, еще 4, но их можно будет сварить. И военный аккумулятор нужен. Также закрываем реагент часть 2, передаем флешку и письмо, которые вытащили с 220 комнаты, и получаем награду. Реагент часть 3, найти шприц с реагентом на заводе. Я все забываю механика взять видеокамеру Wi-Fi, столько хожу на таможню и так и не поставил ту Wi-Fi камеру, но сразу ее. Давай попробуем тогда заложить сейчас и еще раз пойдем на таможню за ЧВК. Наверное, в вечерний рейд пойдем, 20-16, народу там должно быть немного, а значит мы сможем настрелять себе диких как можно больше, нам 16 тушек надо еще. Ё-моё, тут... Мало того, что в ночь идем, так еще и погода нелетная абсолютно. Темень будет кромешная, конечно. Но зато у меня есть фонарик, так что все нормально. Все нормально, сахар сладкий. Наверное, я пойду сразу камеру устанавливать. А оттуда в сторону ВСРФ, стройка, в общем, по тому же самому маршруту приблизительно. Только теперь не в общагах будет конечная, а на том конце карты, если дойду, конечно. Дикие есть? Дикие нет. Кстати, я что-то не обратил внимания, а оказывается в квесте от егеря с убийством штурмана. За убийство штурмана, если я пронесу его ключ с галкой, мне егерь выдаст ключ карты от доступа в лабораторию. И эту карту я смогу сдать ему же по квесту, кстати. Так что, закрыв убийство штурмана, я таким образом двух зайцев убиваю. И путь охотника часть одну. И рыбное место. Со сдачей этих самых карт. Ох, блин. Как вовремя-то выносливость, а? Как всегда, блин. Сначала заложить, потом диких. Чтобы, как говорится, сделать дело, потом гулять смело. Эть. Увидел, не увидел у меня, я так и не понял. Ну давай заложим сначала и пойдем диких стрелять. Или он сюда приперся. Сюда бежит, кажется.
точно, сюда пришел. Ну ты юморист, конечно. 15 рублей, картоху пока заберем. Пока заберу картоху, если вдруг дикие, блин, или отдаться дикому какому-нибудь, чтобы он мне к жельку выбил. Там немного совсем ее нужно выбить. На самом деле. Как это атмосферно. Ой, промахнулся. Сам уже не вижу, куда бегу. Ага, слева слышу дикого. О! Эй! Мы же не так договаривались, вы чё? Твою мать. Да я же по-другому хотел. Выбили? Ой, хорош, выбили в хлам вообще. Ты чё там, бля, вопишь, упырь? Да к жельку, говорю, выбили. Куда бы мне её? Пиздец, вам раки ебаные. Вот так? Ты чё там, бля, вопишь, упырь? Убил вроде. Вот это вообще плохо. Да попади ты, ёп. Ой, капец. Что-то кто-то гранату прокинул там. Есть подозрение, что-то ЧВК подскочили. Так, ну что, не видно же вроде, да? Тем более посреди ночи, я не думаю, что кто-то найдет эту жельку. Должна будет вернуться. Хуярь, медведя! Нет, 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 нет. Где он? А вон внизу. Вон, 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 вон он, сука! Вали хуй что-то! Хуйло, вот, хуйло! Есть кабанчик. Послышалось, что ли? Будем надеяться, что послышалось. Да вот! Твою мать, нифига. Он прям за углом тут был, я и не услышал его. Подает. Это сюда. Так, спортивная сумка, пацаны. Вот что нам надо. Есть спортивная сумка. Общага 303. Респиратор.
Пойдет. Короче, если сейчас выйдем, то закроем дейлик с этой спортивной сумкой, потому что в убежище ее не сварить. Ну ладно, пофиг, нам дейлик. Так чисто, если попутно закроется, то хорошо. А если не закроется, и ничего страшного. Еще кто-то там остался живой. Да нихуя тут нет никого! Ё-моё, что ты пугаешь так? Как нет, а я? Как же я? Бля, тут нас завалили! Один. Второй. Гнида. Третий. Ой, как хорошо. Это, видимо, челоботы подгрузились, да, раз такая кишка тут появилась. Окей, так и запишем. Двести 16 западки? Вау! Это, пацаны, просто бинго! Это очень дорогой ключ. Очень редкий. Ну, как очень. Дорогой, короче, ключ. Редкий. Не понял. Короче, это квестовый по ленд-лизу еще плюс ключ. Хороший я ключ нашел. Это дикий. Орёт. Ваше здоровье. Так. Блин, вернуться, может, туда? Тех диких посмотреть. Раз тут подспавнились, значит, и там должны были появиться свежие силы. Скорее всего. Пофиг, чё мне? Жельку я себе сделал квестовую. 216 ключ квестовый нашел. Что еще для счастья надо? Эй-эй-эй. Тут очень удачно вышли. Один отсюда, один оттуда. Но того я, кажется, убил, зацепил как-то. Магией какой-то. Еще бумажник. Надо же.
Да. Гранату нечаянно взял в руки. А что, давай с собой заберем. Подъем, братюнь. Ты разлегся. А нет никого. Видимо, кто здесь тусовался из диких, те туда на стройку подбежали. В качестве подкрепления, да? Понял. Вопросов не имеем. Ну, значит, дальше туда пойдем. Заправка. И заводская территория, там прочие места, где дикие появляются, да? А, вон, вижу, фонариком светит, крутит на дороге. Наш клиент. Судя по всему. Слева наш клиент. Салава. Давай, мочи! Давай, давай. Один ты был? По-моему, нет. Так, тут у нас что интересного, вкусного. Морфий вкусный. 18-е, интересно. Вау. Погнали на заправку. Дальше диких стрелять. Тайник под трубой. Пекарь на губу. Получается, ловить больше нечего. Хотя можно было бы в сторону общак сходить. Там диких посмотреть. Но у меня не так много осталось диких. Человек, может, 5-6. Колька, давай уточним. 19. 6 человек осталось. 6 диких. 6 ботов. Один тут уже что-то ворчит. Так, а куда ты делся? О! Фу. А, нет, показалось. По-моему, там опять заводские пацаны. По-моему, тут опять заводские. Или что это? Нет, обычный вроде дикий. Это что? Тело? Это труп.
А ты где? А, вон он идет. Вон он, сука! Хорошо. Это тот, которого я там сбоку видел, слышал, то есть... Офтальмоскоп. О, еще кто-то. Так, подождите-ка. Офтальмоскопину надо спрятать. Крутится где-то. За стенкой здесь. Все хорошо. Не вижу. Блин, серьезно? О, вот это мне для медблока надо. Медблок уже готов. Практически к запуску улучшения. Там единственное лидыкса нет, но я его куплю, я его искать не буду, там он не нужен. С галочкой или что-то в этом духе. Там он просто нужен, без галки даже пойдет. Давай этого оформлю. Пойдет. Так, жилет охранника я заберу. Какого-то фига жилет охранника стоит там около 20 тысяч. Непонятно мне, честно говоря, почему. А где? А вот он. Ого, с топором пацан. Серьезный паря. Где? Да, блин, не вижу я тебя. Хуярь мне бери. Гнида. Пошуршал медведишка. Давай. Ой, ё-моё. Эй! Ты чё? Не, блядь, жри, сука! Нифига агрессивный. От петух! Да опасный, с АКМом ещё. Нифига. Злодей. Так, что там у нас? Когда-нибудь закончится этот квест? Да, через два диких, говорит, закончусь. Отлично. Отлично просто. Два диких, и мы закроем карателя еще одного. Патроны-то есть? Есть. Полон ПП. Ищем дальше дикарей. Послышалось? Или это я шуршанул?
тут комфортно. Открытая. Вот, вот, вот. Я про это и говорил. Ну, радует, что он есть. Товарищ этот. Это же снайпер, да, я так понял, со СКС лупил. Да? Кепка, кепка! Вали кепку! Все, последний дикий. Представляешь? Последний дикий остался. Бам, рызли целый. Хорош. Сейчас мы здесь патроны себе найдем. Хотя патроны уже, честно говоря, не особо-то нужны. Тут уже осталось до выхода чуток совсем. А вон и мой клиент щерится. Он угорает, как этот, напоминает персонажа, как угорал фильм «Король» 19-го года. Если кто видел, там французский принц примерно так угорал. Противный такой. Пиндос, кажись! Есть! Есть, пацаны! Я каратель закрыл, парни. Что-то где-то... гундит, а я не пойму, где он. По Шурику гляну видеокарты и домой. Гасит. Напугал старого. Эх, тут разгрузочки такие вкусные, большие. Но мне надо спортивную сумку вынести. А, там лутано все. Да, тут лутано все. Окей. Тогда домой. Меньше половины, говорит. А тут не лутано. Давай хлама, что ли, наберем кого-нибудь. Ну, в общем, это помещение я только лутану. Дальше не буду никуда лазить. Там еще тайник один возле выхода гляну. И вся любовь. Дешево стоит. Шланг. Электродвигатель бы забрать. Но мне его класть некуда. Так что я его не заберу. Фильтр воздушный. Большой фильтратор. Для фильтратора.
Круто. Ключ от авто какой-то. От авто. Будет очень весело, если сейчас на выходе тут сидят кинкедристы, да? Прям умора. Ну, хотя навряд ли они в более активных, скорее всего, сидят рейдах, серверах. Вот тут хочу тайник еще посмотреть. Ой, хорош, не зря заглянул. Часы золотые на дыбах. Ну вот. Большой рейд с большим квестом, с большим количеством диких. Шикарно. Вот такой Тарков я люблю. Очень хорошо, что за один выпуск у меня получилось закрыть каратель. Часть третья, 25 диких с АКС-74У мы настреляли на таможне. Каратель часть четвертая, по этому квесту мне необходимо убить диких в лесу, используя дробовики 12 калибра 10 штук, ЧВК на побережье, в балаклаве и жилете дикого 10, и найти в рейде ножи барс, они у меня уже давным-давно готовы, я их сразу же готовлю, и передаем их. Остаются только мокрые дела. И небольшой ежедневный квест для барахольщиков нам удалось сделать. Мы нашли сумку-трансформер и спортивную сумку. За это мы получаем, помимо плюшек, еще и плюс к лояльности барахольщика. 0,02. Все требования для уровня 3 медблока у меня выполнены, за исключением одного лидекса. Мне его надо будет прокупить. 777 777 рублей. Хорошо. Все, медблок готов к улучшению. Это займет 12 часов. Так что к следующему выпуску у нас будет новенький, красивенький, 3 уровня медицинский блок. Вот такой денек выдался у нас сегодня. Я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем отличного настроения, приятной игры, благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх, добрые комменты и настроение, которым вы делитесь. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.